Леша, я создал все условия для того, чтобы он на Олимпийских играх, ну, боролся за первое место. Там у него была травма, и он стал бронзовым призером. Вот можно сказать, я тоже активно, помимо того, что папа его тренировал, а я делал ему условия, чтобы он только спортом занимался. Клуб был один из сильнейших в России был. Вот. Так что много. Вот. И чемпионы мира были по юниорам, призеры, чемпионы Европы.